Всем привет, друзья, с вами Стормин, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку BMG Drive. Игрушка уходит своими корнями в далекий 2015 год, множество раз изменялась, дополнялась и обновлялась, и давайте сейчас в уходящем 2021 году посмотрим, что она из себя представляет. В общем, игрушка основана на крэш-тестах автомобилей. В общем, я бы даже сказал больше, здесь нужно их просто раздолбить в хлам, и чем этот хлам будет больше и лучше, тем, собственно говоря, вы зарабатываете большее количество очков и побеждаете. Есть компания. Вот в данный момент мы с вами наблюдаем компанию. То есть посмотреть, что осталось. Задача скинуть этот автомобиль, в общем-то, с этой горы, с каньона, в общем, в пропасть. Ну, таким вот образом. Да, вот от нее практически ничего не остается. Давайте попробуем еще раз, друзья. Итак, вперед. Ну и, в общем-то, есть шкала в начале этого испытания. В общем, докуда, куда точнее, она приземлится, и чем дальше и глубже, тем, собственно говоря, больше очков вы посмотрите. От нее вообще практически ничего не остается. Да, вот она разделилась на кузов и, в общем-то, разделилась на все остальное. Два колеса все еще на месте. Да, глушитель, вот аж он пошел, да. Вот колесо откуда-то прилетает. Ну, в общем, а вот и кузов. Ну, по сути, можно собрать и ехать дальше. Итак, успех, друзья. Вы видите, да, успех. И первое место. Давайте посмотрим на другое испытание, друзья. Здесь нам необходимо, в общем-то, прийти первым. Ну, первым в данном случае, точнее, со старта не получилось. Но суть здесь всегда одна. Тот красный автомобиль, он всегда загорается. Лишь бы не попасться, как бы. Не попасть в него при движении. Ну вот, проходим вот эту вот линию. Ну и все. Вот наш этот краш-тест закончился. Здесь не обязательно ее разбить, но здесь тормоза уже не работают, поэтому влупаем просто в гору. Ну, также успех. Давайте посмотрим дальше на еще одно испытание. Здесь мост, в общем, друзья. Но мост такой шатки-валкий, по которому, ну, очень и очень сложно проехать. Он шатается, и вот на таком ретро-мобиле мы падаем вниз. В общем, довольно-таки высоко, друзья. Ну и давайте посмотрим, что останется. Не, ну мы приземляемся, в принципе, на 4 колеса, и я так думаю, что при наличии водителя и хорошего сиденья, я думаю, что он бы мог, имел шансы на выживание. Но вот здесь уже гораздо хуже. Здесь вряд ли что-то останется от водителя. Кстати, ни в одной кабине этих автомобилей, здесь автомобилей очень много, я не заметил водителя. Ну что ж, вот следующий такой краш-тест. Нужно впечатать вот эту впереди стоящую машину на своем таком рафике. Ну и просто слететь с этого каньона вниз. Ну, а достаточно, видите, друзья, достаточно глубоко, глубокий каньон, дорога. Очень высоко, очень далеко. Но здесь суть в том, чтобы раздолбить свою машину. На ту, в общем-то, плевать. Ну что ж, ну я так думаю, что она еще поживет. Ну что, погнали. Как вы видите, друзья, мы можем ехать на ней. Да даже без проблем. Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть мешают скалы, горы. Но, как вы видите, друзья, давайте еще разок попробуем. Да, тут же сразу машина отлетает. Капот, двери. Но вот этот трафик, он еще ничего, держится. Ну, посмотрим, что его ждет при первом же столкновении с землей. А вот она уже неизбежна. И вот таким вот образом кувыркаясь. Нет, в принципе, я думаю, что он еще поездит. Поездит какое-то время. Ну да, ну а почему бы нет, собственно, да, друзья? Обратите внимание, ну что, вроде как кузов-то почти цел. Он даже может ездить по воде. Давайте попробуем. Ну а почему нет, собственно говоря? Мочить там уже нечего. Ну вот таким вот образом, друзья, поставлена эта миссия. И успех. Успех. Здесь успех достигается благодаря развалу машины. Здесь, друзья, мы играем за пушку, которую просто стреляем по машине. Ну вот здесь такой, можно сказать, рикошет от земли произошел. Немножко мы чиркнули. Давайте попробуем еще раз. Ну, а сейчас, ну, нормально, так нормально прилетело, правда, не по центру, но, тем не менее, машине требуется развал схождения. Ну что ж, есть вот такие вот большие грузы. Давайте попробуем на нем немного прокатиться. Цель здесь такова, что нужно проскочить мимо, точнее, вот в такой вот довольно-таки узкий промежуток. Прям как в Терминаторе. Но финал
Финал не очень. Как-то и не очень эффектно получилось. Еще раз пробовал, но тоже эффект не особый. В общем, давайте попробуем что-то другое. Jump. Здесь мы играем уже на полицейской машине. И суть здесь такова. В общем-то, нам нужно доехать до трамплина, прыгнуть и приземлиться на другой автомобиль. В общем-то, раздолбить в первую очередь свой, ну и чужой, я так понимаю. Ну и вот, давайте посмотрим вот с этой камеры. Ну и почти, чуть-чуть мы цепляем. Ну, тем не менее, мы задели. И нас ждет успех. Вот это вот мне довольно-таки прикольно показалась миссия или задание, где нужно влететь просто в стену. Вот в такую стену из кирпичей, выглядит довольно-таки эффектно, в общем, мощно. Я бы сказал, увлекся вот этим вот заданием. Несколько раз проходил, давайте еще раз посмотрим. Кирпичи в разные стороны. И, в общем, машина так особо-то и не пострадала, я бы сказал. Вот, немного радиатор задымился, да, а так, в принципе, ничего. И вот это задание мне тоже прикололо, друзья. Правда, управление здесь, скорость довольно-таки высокая, и управление здесь сложновато. Поэтому приходится разгоняться постепенно. Здесь нужно с трамплина, да, с трамплина я, конечно, не доехал, перелететь, в общем-то, вот такую фуру. Такой огромный прицеп. Ну, давайте попробуем еще. Сейчас тоже как-то получилось мимо прицепа. И еще раз, друзья. На этот раз должно повезти. А без везения здесь вообще никуда, друзья. Итак. Ага. Такой звук, как будто без комары жужжат. Ну и от машины ничего уже не остается. Тем не менее, ждет успех. Так как все-таки перелет был засчитан. Да, это успех. Ну и давайте все-таки еще раз попробуем. Перелететь вот так вот, вот с такими кульбитами, с комарами, перелетаем. Ну и здесь более-менее, нет, уже не более-менее, но тем не менее успех, друзья. В общем, прикольная игрушка на досуге, можно просто погонять, успокоить нервы, ну или наоборот. И, кстати, есть здесь вот такие вот даже квестовые такие задания. В общем-то, обычный день. Все как обычно, едем по горному серпантину на автобусе, ведем людей, пока не появляется вот такое вот сообщение, что в салоне заложена бомба. Ну и что ж, и нельзя, в общем-то, меньше 34 миль сбавлять скорость. Они, походу, смотрелись в каких-то фильмах. Ну что ж, давайте попробуем не сбавлять. Ну как здесь не сбавлять, если в другом одни повороты, в общем. Ну и вот пошел уже отсчет времени. До взрыва, но нет, мы успеваем набрать скорость, замечательно. Но следующий поворот, я думаю, что уже не вывезем. Нет, поворот вроде нормальный, и мы все, нет, мы не вывозим. Вот такой получился взрыв, друзья. Здесь много квестов, различных заданий, но у меня все. До новых встреч.